Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Даша и Артур. Мы продолжаем играть Elder Scrolls Online. Привет. И мы находимся в офигенно красивом месте. Несмотря на то, что ни я, ни Даша не любят пустыни. Здесь ну, есть я люблю пиратов вообще безумно. Ну, пиратская тема тут, да, такая крутая. Пиратские темы и вообще игры я люблю, но их очень мало. К сожалению. Корсары. Корсары. Кривущие. Assassin's Creed. Нет, Assassin's Creed я не люблю вообще всего. И Пираты Крестового моря была там еще какая-то игрушка. Она тоже была немножко кривая, но я в ней играла только потому, что я люблю пиратов. Ну, Пираты Карибского моря, да. Было смешно все время. Короче, в предыдущей серии мы тут попали в пиратский городок, спасли каких-то людей, в итоге дали помереть капитану этих пиратов, хладнокровно поржали, когда она там корчилась. Чё? Почему я его вижу, а ты нет? Я тоже вижу. Пророк? Откуда ты здесь? Вот ты где. Мы должны поговорить снова. Привет. Слушай, я нашел безопасную гавань, с которой мы можем двигаться дальше. Ты должен встретить меня там. Где она? Я очнулся в городе бретонцев. Воздух здесь пахнет, короче, всяким разным. Интригами, лошадями и запеченным хлебом. Даггерфолл. Так, Харборейдж — это заброшенная пещера снаружи города. Я найду тебя там. Скоро мы уйдем отсюда, похоже. То есть из лягушатника мы уже уходим. А мой гром Алайбатак уже оброс одеждой. Дальше персонаж стал еще более красивым. Ну как, красиво. Так, и мы находимся. А мы, кстати, где мы находимся? Чё? Я тут задание пытаюсь наконец избавиться. Активировать. Вот эту фигню надо активировать. Хорошо, у меня единственный сейчас доступный квест. Что ты там нашла? Что это за? Не знаю, что. У меня даже нет такого квеста. Что вы делаете? Это я сделала. Нет, это не ты сделала, по-моему. Короче, мне, по сути, нужно вернуться в их убежище, потому что мы все сделали, и теперь мы будем делать ограбление. Но сначала я посмотрю, это становится интересно. А? Даша нашла где-то какой-то квест за кадром опять, и, скорее всего... Да я пытаюсь... Что происходит? Активировать Расти сфер. Ну, то есть вот эту сферу как раз с Центуриона. Окей, активирую. Подожди, а у меня... А ну, кыш! Во! Все, отошел, все. И что? А, и у нее она покатилась, вы этого не видите, но она катится и что делает? Катается по городу. Давай, ходи за ним. Нет, не надо с ним. И рассказывай мне, что происходит, потому что я сам не вижу. Что-то, короче, он говорит. О, он мне дал кафтан за это. Кафтанчик. Ну, в общем, получил. Да, этот квест выполнял, пока я за кадром. И все, у меня теперь остался только один основной. Ну, все, отлично. А конечно, еще... мы синхронизировались по квестам. Еще предлагаю этот... Я предлагаю закончить. Продаться все. Продаться? Продаться. А, кстати, да. Да, продаться. Это нам ты надень свой кафтан, давай посмотрим. Полезла в сумку. Сумка такая, конечно. Какой-то отстойный у меня какой-то. Нет, это ужасно. Я носить это не буду. Зануда. Фу. Так, где у нас здесь торговцы? Иди торговцы далековато. Что ты на шифте-то бежишь? Они не так быстро бегают довольно-таки. Он у тебя выдохнет сейчас опять. Кстати говоря, в конце предыдущей серии мы там показывали такой остров, до которого можно было доплыть. Я поплыл к нему по дороге и умер, выдохся. Вот так. Далеко не уплывешь. Прикольное место, красивое, но на самом деле мне уже поднадоело, я хочу выбраться из него и попасть реально в Даггерфолл. Даггерфолл — это была вторая игра серии, я в нее играл, из-за того, что там была куча багов, она называлась Баггерфолл среди игроков всех. А там было довольно красиво. Я потерялась, что-то. Иди за мной, через 5 секунд, я потерялась. Погоди, погоди, тут что-то где-то здесь. What? Но она же где-то здесь была. Здесь. Вон я вижу. За мной иди. Где ты? По маркеру смотри. Правее, правее. Вот я. Где? Где? Развернись. Так, где? Что происходит? Где ты? Я не вижу тебя. Я подхожу к тебе. А, вот.
Пойдем за мной, вон. А, у меня видок такой, я не знаю, реально такой. Капитан Джек Воробей. Да нормально ты убил. Джек Грубалай Батак. Сейчас. Так, и что у меня там? Реально какие-то неплохие вещи, по-моему, есть. Посох Нерама, который мне не нужен. Ледяной посох, который похож на какой-то, я не знаю, там. Просто позорище. Так, ладно, ты вот у меня, товарищ. Нет. А тебе я продам все, что мне не нужно. Допустим, вот это можно продать, но они особо ничего не дают. Маскировка не продается, тогда мы ее. Так, она вообще не продается, тогда мы ее уничтожим. Турельная вода нам нужна для крафтинга, но нам она нужна. Шкура. Кишки. Что это такое? Ух ты, эль какой. Где? Кэпен. Кэпен Тиниш Ресайп. Рецепт какой-то. Нафиг рецепт вообще. А руны, что с ними делать? Куда-то вставлять? Черт его знает, скорее всего, да. Где еще вот вопрос вообще? Откуда у тебя денег? Столько 805. Так. Мы все одно и то же делаем. Но в итоге у тебя. Продаю. Всякую чепуху. Это. Слушай, это неплохой топорик. У этого дамага 17. Где покупать отмычки? Отмычки? А, тут, по-моему, какой-то был старьевщик. Так, ладно, я купил этот топорик. А может их нужно самим как-то делать? Может? Нет. Оп. Нельзя. Так, 17, 11. Я хочу такие себе ботинки уже купить, что ли, там. Не знаю, то ли у женщины. У тебя денег-то хватит? А, ну да, у тебя денег-то хватит. Где твои деньги все еще? Я скинул, я только что топор купил хороший, который два раза мощнее моего предыдущего. Ну-ка. Ну, выглядит примерно так же. Как-то вот так. Чего ты руками-то машешь? Так, хорошо. Тут нет сапогов. Как нет сапогов? Нет сапогов, у него есть... Железное платье у меня. Сапогов. Кстати говоря, ты, по-моему, можешь какой-то кнопкой. Ты, кстати, не забыл починить? Я вот, допустим, забыл. А вот можно у нее это сделать. Можно у любого торговца это сделать. Но на 37 золотых сразу. И семейный бюджет рухнул. Офигеть. Где купить отмычки? Отмычки сейчас найдем, не волнуйся. Вот этот мистик, допустим, что ты продаешь? Ты она продаешь камни души. Да. Ну ты вот, допустим. Нет, тут еще где-то был мужик, короче. A fortunate tide brings you to my stall, traveler. Вот отмычки продаются у этого гаргарианца. Да-да-да. Гаргарианцы, говорю. Но мне не нужно. Так как не нужно, ты что? Я нагребу сейчас. Ну, ты будешь нагребать и потом будешь разбираться. Те люди, которые сейчас пытаются, спрашивают, где взять эту игру и пытаются в нее поиграть, уже на момент выхода этой серии, скорее всего, бета-тест кончился, и уже, не знаю, когда там будет следующий, вполне возможно, уже релиз будет скоро просто. Короче говоря, ждите релиза, если понравилось. Если не понравилось, то не ждите. Так, пойдем, нам нужно в то здание. А что она делает, смотри? Сиськи. Сиськи! Купить апгрейд для бэкпака. Он увеличит количество слотов в инвентаре. Это стоит 400. Не хватает. Пока хватает, да. Здесь, напомню, он 4 из 50. Это можно таскать 50 вещей. Так, ну что? Готово? No. Только как нам туда попасть? Прикольная статуя такая. Смотри-ка. Вон вот есть. Еще что странное, да, на карте не отображаются магазины, то есть всякая чепуха. Подожди, здесь, скорее всего, кстати говоря... Окей, нажми. Что это такое? Фильтры стоят. Так, ну вообще, тут они отображаются как бы, но просто не работает пока. Видимо, это допилится потом. Ну, это было бы неплохо. Так, ты идешь? Давайте, да, вон туда.
Я пока здесь полюбуюсь местными видами. Интересно, он с такими банками руки-то поднять может? Нет вообще? Да как поднять, опустить? Посмотри, это же просто рама. Это круто. Так, вот дама это... Mm-hmm. А, это ламбур какой-то. Порч. Капитан ищет тебя. Что происходит? Благодаря твоей работе мы можем продолжать с кораблением. Так, нам еще кто-то присоединился. Ты должна поговорить. Ой, ты должен, ты должен поговорить. Мы должны поговорить, в общем, с капитаном наверху. Пока. Мужик, уйди. Да что? Николин? Вернулся. Нашел кого-нибудь, чтобы нам помочь. Ну да, двигаемся. 56 золотых дала. Все? Нет. Теперь нам нужно капитану встретить наверху. Это же просто девчонка была, которая нас на это дело подталкивала. А вот она, синячит. Теперь у нас команда есть легендарная. Время сделать деньги. Ты согласен? Конечно. Готовы к ограблению. Цель — боссик. Этот скользкий ублюдок должен получить то, что заслуживает. Нужно украсть его записи о путешествии. Что, реально, что ли? Там запись всего, что было, короче, всего, что он перевозил, все, что у него, что он украл, все, что отгрузил. Короче, компромат против него. Король за это заплатит, его накажет. Absolutely. His envoy. First, you need a servant's disguise to get into the palace. Так, нам нужно попасть в замок, для этого нужно для начала получить костюм, чтобы маскироваться. Взять бумаги. The guard's not bright, but he'll raise the alarm if anyone tries to open the box. Deal with him. Так, окей. Мы можем поговорить с этими ребятами, и нам дадут подсказки. Допустим, Елиса. Quite the motley crew, aren't we? She's right. You need a disguise to get anywhere near Bosek. Fortunately, you have me. Just say the word, and I can have servant clothes waiting for you at the palace. Скажи слово, говорит, и я дам задание своим слугам, чтобы они принесли к замку. Короче, да. Meet me outside the palace. В итоге передаст она нам. Снаружи замка будет ждать. Так, Жаккарн, ты что? It's a wonderful day for a sailing trip, isn't it? Bosek keeps the key around his neck. Так, у него ключи. Он получит ключи и встретит нас тоже снаружи. Хорошо, отлично. Конечно. Так, этот маг. Нерама. Так, он хочет помочь нам с охраной. Тихо, говорит, хочешь с ним разобраться, да? I remove this device from Clanker. When pressed, it produces quite the incapacitating shock. Короче, оно как-то выглядит из состояния. Короче, сознание потеряет. Не знаю, как это сработает, но ладно, пригодится. Хорошо, нам нужно двигаться к замку. Можно было бы просто драться и получить, но раз у нас так все хорошо выполнено. Мы реально похожи образцово. Бля, это твоя голова, твои зубы, когда в моей камере. Вот это у меня же. Так, а где она? Так, а теперь это кучок. Это нам пипец, как далеко петлять. Да, ну не так уж далеко. А, нет, это подожди. По тропиночке можно. Я не то, я перепутал с запчастями для этих дворских. Короче, ну, в принципе, вон он уже замок. Не так уж и далеко. И сейчас мы, похоже, делаем последнее, самое главное задание на этом острове. Я уже даже почти привык к бегающим стадам вокруг. Ну, как-то да, так. Просто смирились с ними. Что ж поделать. Ну, по сути, это такой каоповский Скарим или каоповский Обливион. Есть свои приколы в этом, я так он давно был уже думал. Давно такого. Что-то тут появилось у меня. Так, Лериса где-то здесь должна быть. Так. Нет, она там, вот она около входа. Я так думаю, по крайней мере. Да? Да, вон стоит. Замаскировалась под уборщицу. Ты нашла для меня маскировку? Да. Так, короче, с этой штукой, насколько я понял, бегать нельзя, что ли?
Или мне показалось. Я тоже уборщица. Ее уборщик с мечами такой. Так, а еще кто-то есть? Не бегать надо, поставить спокойный шаг. Так, что еще тут? Все? Ну, я думал, нам еще дадут что-нибудь. Но говорят, что нужно войти в замок. Подожди, точно, да? Задание пишет, что да. Окей. Хорошо, я там. Здрасте. Блин, у вас тут красиво. Можно я вас тут поубираю? Со мной тут девушка, она тоже будет убираться. Видите? Да, мы тут... Это... Можно тут... было перевалить их всех, конечно. О, смотри, они бегают, им норм. Рабыня. Где рабыня? Принцесса Лей? Азнара. 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 Не, лучше не разговаривать ни с кем. Это Орга. Так, спросить насчет босика. Ух ты, прикольно, тут наложница. Лель, Лель, здрасте. Isn't he done talking yet? I've been waiting forever. Ну там закончил болтать, я говорю, вот уже давно жду. И они что, тупо вот тут вот этим занимаются, что ли? Обгородились заборчиком. Ну, спросил это. Ее зовут Хуля. Oh, it's his bones. What is it now? Что такое? Ты видела босика? Shouted at you too, did he? He just went up to Corvallis with the latest slatterns from the mainland. Best hurry up and refill his drink. Пошел куда-то, короче, наполнять свою бутылку. Бухает. Так, ну пошли во двор. Погреб, может. Не знаю, наверное, сейчас во двор. Ух, что вылазит, что ли? Я вижу твои глаза и рот. Особая магия. Смотри. Шаверма. Шашлык, шаверма. Шаверма. Это на блины похоже. Больше. Да шаурма это. Делают шаурму. Ох, захотелось шаурму. Вы знаете, какая мне вкусная шаурма? Артур знает. Артур знает. С линями пошла. Шаурма, да. Это во мне. Вокзальная шаурма. Это реально очень вкусно. Когда сами делаю. Ну, сама делаю. Практически я сам делаю. Ну да. Да чё ты? О, смотри, там кто-то перебитый. Или чё они там? Они просто здесь упились, похоже, вообще в нули на коврах. Ты живая? Да. Аргаш, практически алкаш. О, Джакарн, это он с бабами, это вот похоже. Ну, сволочь. My lowly servant. You're just in time. Мой слуга, говорит, ты вовремя. Какой слуга? Что произошло с боссиком? My dear friend, headman Bosek is sleeping off the attentions of these two lovely ladies. They are quite a handful, and an eyeful too. Чё он говорит, отдыхает где-то с леди? Отдыхает, говорит, с бабами. Так, можно взять вот ключ. А, мы получили ключ. Теперь мы идем обратно в замок. Не отсвечиваем. Я достаточно неподозрительный человек. Вообще нет. Ну что, побежала, и все нормально? Тут нет никого. А вон вам. Здрасте, мы не бегаем. Мы не бегаем, да. Мы занимаемся делом. Конечно. Да все бегают. По-моему, это ерунда. Ой, там мужчина в женщине стоял. Да, я замаскирован вроде, ничего, нормально. Так, мне нужно, нам нужно... Наверх. Наверх, походу, да. Здрасте, Гурильда. Тихонечко. Вырубить охранника босика. Это, так, это который? Вот стоит тут мужчина такой, брутальный. Так, что нам с тобой делать? Теперь можешь не побазарить, но нельзя спросить. Что-то. Используй дюймерский девайс. Открываем сундучок. Шокер мол, короче. Достаем нужные вещи и уходим отсюда. Я думаю, будет сложнее. Все? Я думал, там боссик будет делать свои дела, нападать на нас.
Я тоже. Да, как-то прошло довольно гладко, даже удивительно. Если прошло так гладко, либо сейчас нас будет ждать, ну, вроде никого нет, либо нас кинет та команда, которая нам помогала. Как бы там ни было, нам сейчас нужно обратно на корабль. Прямо. Я думаю, это было бы гораздо сложнее, если бы мы без этого, без маскировки все делали. Если бы не выполнили, так хорошо. Слушай, а я еще смогу снимать уже или нужно ходить? Я думаю, можно. Я даже прыгаю, она не снимается. Не знаю, как в прошлый раз снималась, я как-то не отвечал. Странно работает, Все, я снял. Спуском какой-то. Красиво. Я не туда пошла. В смысле не туда? Вон же корабль справа. Так как ты туда попадешь? Карту открой. Ну, как-то вот так вот. Ну, господи. Ладно. Пошли. Орк, хотеть убивать! Ну, так, дайте запись. Greetings. Держи. My friend, welcome back. Вот они. Do you have some... Так, теперь следуй за капитаном Калин. Here you are, Tharwab. The shipping logs that show Bosek's defiance of the king's decrees. Теперь за ней, да? Окей. Come on, it's time to go. Да, мы свалим отсюда. Время уезжать отсюда. Отлично, наконец-то мы сваливаем из этой пустынной местности. На самом деле даже как-то грустно. Хотя нет. Корабль большой. On your feet. Man your stations. Все, приготовьтесь. Приготовьтесь отплывать. Уи! Блин, столько мечей, столько брони. Нифига не дают, блядь, вообще. Стой. Вот тут ручки шевелятся. Даша такая как запустила. Почему ни в одной игре не сделают, чтобы тучи шевелились? Присмотрелись, шевелится. Ха. Нет, ну просто я так очень остро обращаю на это внимание, потому что мир какой-то застывший. Вот в Обливионе там не движутся облака. В Обливионе мир вообще мертвый. Типа как это, картинка. Так, короче, подходи к ней и говори, готова ли ты отплыть. I'm ready. Можешь походить, познакомиться с командой. Так. Пофиг. Можешь просто ехать. Then we leave for Betnik, an orc island. Хорошо, да, посмотрим. Да, мы в траву, в зелень. В траву. Наверное. Не знаю, но по крайней мере что-то новое. Ну, прикольно была локация. Угу. Такая. Когда дюны пошли, было скучновато. А так, в принципе, вполне себе ничего. Хочется больше сундуков, больше каких-то шмоток. О, что, я переоделся? А, я в тебе стою. Да, нормально, тут еще какой-то мужчина. Ну, и куда мы приплыли? Давай по карте посмотрим. Ну, это тоже остров. Но это, короче, второй лягушатник, но он уже не такой, как предыдущий. Интересно, где он на этой карте? А, мы вот находимся. Я поняла. Понятно. Пойдем так, посмотрим, что надо, может, с ней поговорить, как пошел. А, ну да. Спасибо. When my crew turn в серединке, на кукле. Не знаю, мне очень идет. Мне нет. Ну-ка, покажись. Все такие в одинаковой стрессе. Ну да. Такие вообще не инкубаторские. Здрасте. О, смотри, у него шлем какой. Снимай шлем! Снимай шлем!
Ох, рыбачит львенок. Круто! А что он был? Он был? Не показал. Что это был? Ты что, упал? Такой плеск был, когда-то, я не знаю, КамАЗ сюда упал. О, задание начинается. Что ему надо? А так подходишь к нему, он так прорисовывается. Да-да-да, есть такой. Хорошо, что ты приехал с капитаном Калин. Здесь не любят чужаков. Особенно сейчас. Чё это? Какие-то культисты атаковали крепость. Похоже, типа из лошади не похож на них. Иначе мы бы тебя на копье уже насадили. Похоже, что атака провалилась. Конечно. Мы их перебили всех, остальные убежали. Они украли что-то у нашего главного, но мы это вернем. Наш вождь Тазгол поднимает армию. Хочешь узнать больше, поговори с Ламбуром. Пойду, найду ее. Рыженькая. Касперия. Ну, здесь совершенно другой клин. Чё это такое? Чё? Трупы кидали. Ну, тут же культисты нападали, они их всех перерезали. Вон они сложены. Вода в кучку. Есть. Опять орки. Мне уже надоело среди своих. Как это делать? Да вот тут хожу. Продавцы, говорите? Продавцам надо свою старую жилетку продать. О! Сапоги! Ура! Здравствуйте, жаба. Перчатки! Gaze upon this wonderful armor and prepare to open your gold pouch very wide. Так, мы тоже продадим. Так, продать не можем, тогда мы ее сломаем. Хорошо, больше мы продать ничего. Что у тебя продается? У тебя продается... неплохо, реально, сапожки есть. Перчатки. У меня неплохая экипировка, мне это не нужно. Я сейчас бухать буду по поводу того, что я приехал сюда. Ничего особо не дает, но мы выпьем еще. И потихоньку восстанавливаем здоровье. Бухнули и стали довольны. Ну я вроде ничего делать как нормально. Ну-ка, кажись. Перчатки с мальчиками. Ну да. И надо. Сапожки. Угу. Сандалики какие-то. Очень похожи, может быть. Так, что тут? Тут где-то вот задание какое-то есть синенькое. Нукс. Там сверху тут сайгачит. Ну вот, видимо, вот сюда. А вот поговорить с этим чуваком. Кстати, там сзади портал, ты его не активировал уже. Пойдем сбегаем. Да? Ну не портал, а этот. Я поняла. Алтарь. У них тут реально крепость. Да вон она на холмике там. Так, блин, мне тут кнопку поставила нужна. Так, готово. Я могу переместиться обратно на ту локацию. Так зачем мне это? Так, хорошо. И вот сюда, вот поднявшись на эту крепость, мы поговорим, похоже, с главным. Погнали? Ну, пойдем. О, смотри, прикольно у меня, какое там Скайрим поселение. Да. Развернись вон слева, посмотри сзади. Да, я вижу, вижу. Какие? Так нам, по-моему, не сюда или сюда. На вот эту крепость. Ого, хрена, у вас тут меч лежит. Ого, смотри. Такая. Круто. Здесь Леголас стоит в орке. Леголас? Не важно. Я говорю, не сюда. Ну и что? Ну что это за, блин, топографический кретинизм, то в крови. Ау. Вот я спустился быстрее тебя. Пошли за мной. Ну да, без тебя-то мне никогда не выйти туда. Где оно? Да вон, ты же не туда идешь. Я знаю, я просто смотрю. Я иду по тропинке. О, мужик, подари эту бочку. К
крепость, ничего, такая на гриб похожа. Ух ты, внутри вообще прикольно. Ну да. А вот и главный я, главный. Здрасте. Это была часть большего плана, я в этом уверен. Что произошло? Культ напал на крепость. Они украли свиток бретонца, который орки нашли здесь давным-давно. Шефтангол думает, что атака провалилась, но я не уверена. Что ты имеешь в виду? Культисты получили... отстали сразу после того, как получили, что они хотели. Мы должны узнать до того, как вождь не прикажет атаку. Короче, она думает, что вождь больно прямолинейный и думал, что победил. Так, нужно найти нескольких, короче, людей опять, потому что они были свидетелями ритуалов. Хорошо, трех людей нужно найти. И это все находится... чуть подальше. Ух ты. Ты там что, зачарование делаешь? Я не могу понять, что я делаю. У меня есть... Так, ну я пока ничего не могу делать. Зато я могу разобрать что-то. А, нет, у меня тоже разбирать нечего. А, вот. Я могу три руны что-то объединить или что-то такое. Где ты эти руны вообще находила? Да я же тебе говорю, выкапывала. А я вот ничего не выкапывал. Так, ладно, алхимика. Алхимика из меня тоже не вышла. Книжечки тут стоят. Так, ну в целом нам сейчас сначала нужно на север и здесь расследовать дела культистов. Ты идешь где-то там? Да, я иду. Вот и где? Прикольно у вас тут форки. У меня тут светится что-то. А, ну вот нам туда. Ну туда, и туда, ну тут один есть поближе к деревне. Прямо, а вот это чего написано? Вот, я про это и говорю. Нужно расследовать, там было культистов в этом месте. Для этого тебе нужно развернуться. Так, а сейчас мы с тобой... А, и туда, и туда. Угу. Все, я тормоз. Люди, я тормоз вообще. Ничего я подобного. Я еще болею, поэтому вообще... Ничего подобного. Ты не болеешь. Конечно, что-то людям шо. Ну это точно не тормоз. Нельзя же назвать, допустим, человека, который не знает японский язык, тормозом. Потому что это не обязательно для него знание. Человека, который финский язык не знает. В чем-то это просто вообще в ту сторону пошло, ну ладно. Так, ну вот одна из этих дам, которая была свидетелем. I trust you are here to help. Я думаю, что ты здесь, чтобы нам помочь. Проводятся темные ритуалы на острове. Я почувствовала порчу в ветре. Потом мой шаман увидел это в руинах Элиидов. Так, нужно пойти проверить эти руины и посмотреть. Она видит разные вещи. Не хватает русского языка очень. Я представляю, как вот, со стороны работали, я сейчас подумала, зрители там хотят подробностей, там каких-то... Ну уж извините, это... Просто, да, писать переводитель. Вопрос к Бетезе. Текста. Come with me. Куда ты подевался? Сзади тебя. Нам сказали идти на руины. Вот сюда вот. Веди меня. О, прикольно, тут красиво. Вау, да. Ничего так. Ну вот, скала, конечно, полигончиков не хватает. Снега еще не хватает. Скайрим есть, там снега хватает. Так, а какие у нас тут монстры? О, нет, иди сама, я ненавижу насекомых. Я тоже. Это что, конечно. Вау, ты там скорпионовый удар делаешь? Фу, пакость. Прикинь, так вот завести, да, это ужас. Да. Так, нам с тобой... Нам с тобой...
принципе, недалеко тут через горки. Нам сюда или сюда? Нам сюда, да. Вот сюда. То есть нам сейчас вот как-то нужно эти скалы обойти. Я понял. Пройти. Ну, тут можно пройти, здесь ущелье небольшое. Гринфилд. Здесь руна. Ну вот, копаю ее. Хорошо. ЖД я подобрал. А ты ее видишь теперь? Нет. А, понятно, я тебе все руны давал просто. А вот, кстати, камень. Еще один. Да. Прям за него очко ты не получишь, наверное. Ну, за треть такой. Посмотрим. Просто сколько раз я собирал. Чё? Я ничего не хочу сказать, но... Чё? Что? У меня на руках кандалы до сих пор. То есть я их не снял до сих пор. Я давно уже снял. Господи, я думаю, что у меня такое на руках? Ты, просто ты. Орк глупый, орк! Орк кандалы не мешает. Yes. Смотри. Где ты его нашла? Я проскакал просто между камнями. Hold it. Смотри. А это кто такой? Не знаю, наверное. Stop right there. No one enters. Стой, прям тут. Никто не входит. Приказ вождя Тазгула. Откуда все эти зомби? Зомби? Отлично. Все из-за этого культа. Они поднимают зомби по всему кладбищу. Я здесь, чтобы защищать людей. Так. Если ты, говорит, хочешь порубить этих культистов, я тебя останавливать не буду. Ну да, я пойду посмотрю. Ты взяла этот квест? Да. Так, подожди, пока он мне не включен почему-то. А вот, а где вход-то? С другой стороны, что ли? Да? Вход с другой стороны? Сейчас, секундочку. О, я тут залез. Как у тебя квест называется? Что-то нет, это не то. Мне нужно... Это место называется Бетнит, кстати. Подожди, вот какой-то Гримфилд. What the fuck вообще? А вот что-то по квестам запутался. Мистикейт. Ну, зайти сюда, подожди, по-моему, в этот, вовнутрь. В склеп. Вот. Во! Вот он. Он под нами был. Да-да-да. Я просто маленько запутался тоже. О! Еще без меня тут бежал. Призрак. Ух ты, зомби. Так, так, ну да. Она посмотрим. Разговаривает, что-то со мной рассказывает. Приветствую, ты не культист. Помоги нам победить этих некромантов. Возьми этот посох, оружие против неживых. Должен зарядить посох, потом использовать, чтобы... Хорошо, разберемся. Получить посох. А посох вот он лежит. А тут что? А ты взяла посох? Да. И тут что-то делал. Маскировочная тут фигня. О боже. Вот женщина что хочет. Можно подобрать. Левиса? А, слушай, тут можно замаскироваться под этим культистом. Это Левиса, да? Спасибо. Повернись направо. Где ты? О боже. Я сижу с такой стороны, да? Вот это, по-моему. Нет. Ну неплохо, кстати, это прикольно. Нет, не то опять. Вот. Ну, ты выглядишь не так безнадежно, как я. Спасибочки. Тебе даже идет. At for a stroll, enjoying the seas, exploring the island, the hunting cultists. Так, я не совсем понимаю, что нам нужно сделать. Нам нужно собрать какие-то мосты, чтобы зарядить посох. А так. Такая у тебя дома никого не нужно, зомби, я думаю, нас это тоже... Это нам вот сюда, походу, идти нам теперь, видишь? Ну да, это где-то на этой локации. Нужно что-то собирать. Меня кто-то видит. Кто меня видит? Вон рядом с тобой зомби стоит. Зомби? Да. Так, да, он, если долго рядом с ним находишься, он начинает тебя замечать. Ладно, пошли отсюда. Я бы на самом деле просто их убил. Я бы тоже, но... Ладно, пошли, попробуем нормально сделать что-нибудь. Ты куда пошел?
Но вообще-то здесь где-то нужно это сделать. Да? Народ тупо рубит. Вот некромант. Что он делает? Не совсем понимаю. Предлагаю сломать ему челюсть. Ну, ломай. Чего ты стоишь ты? Вот и все. Нормально. Я опять замаскировался. Сейчас в трупах лежит теперь. Вон еще что-то. Подожди, а вот тут вот что интересно. Нет, ничего. Я тебя потерял. Я за тобой бегаю, а ты за мной бегаешь. Мы кругаем его вокруг этой скалы и нарезаем. Так, и что делать? По-моему, ему надо уйти вот тут. Что? Он бьет меня? Очень большая ошибка. Кто забрал моего? Я вообще не при делах. Я стою, просто смотрю. Кто? Какого черта он забрал моего? Господи, да ставь ты в покое моего милого зомби. Интересно стоит смотреть. А я ведь... А у меня слетела вся эта штука. А у меня нет. Так, и как здесь что найти? Какие модс? Я так не понял, что такое модс. Ну ладно, будем разбираться. Все я буду с тобой бегать, ты лучше это понимаешь. Может вот это надо что-то тут делать? Нет? Вот эти вот штуки ломать? А вон я нашел. Чё? Мешок лежит. Где? Вот это? Угу. А у меня ничего с ним не происходит. А, это маскировка, я понял. Маскировка. Видишь, ты убиваешь, вот эти надо штуки все-таки уничтожать, наверное. Не, ну у меня написано, что... Так, секундочку. Вообще, прочитай нормальное задание. Ну, зачем? Господи. Что вообще делать? Посох нам, в принципе-то, не дали. Как не дали, да? Вот. А, нет, не дали. Посох высушен, но он есть, но он лежит так, мне там будет пока здесь. Что вот ты мне мешаешь разбираться, а? Я? Нет, некромант. Так, вот я ставил в этой руне и... Ничего, что? Я не знаю, что мне делать. Я, короче, сейчас просто буду смотреть на других игроков. Вон они там тусуют, почему-то в больших количествах. Ты видишь? Где? Нет? Вон там, куда я смотрю. Ну да. Может, они что-то знают, чего да, не знаю. Пошли, да? Пошли туда, где все, там... Там что-то есть. Может, хоть раз пригодится нам эта толпа. Они просто стоят и хлопают. А, кстати, хлопать как-то все-таки можно. Как они хлопают? Как ты это делаешь? Демон. Демон. О, прикольно. Итак. Это, кстати, игрок играет на этой... По какому поводу стоим? Игрок играет? Да? Да. Остальные слушают. Ну ты круто. А, немка какая-то, смотри. Фьорк Тримул. Фрёк Тримул скеддидот. Или Фимка. Ладно, что же делать? Так. Я предлагаю бить всех, пока... Я предлагаю наконец-то прочитать задание. Так, ладно, прочитаем задание. Где наше вообще задание? Так, посох Аркей высушен, в нем нет энергии. Чтобы зарядить его, я должен прервать ритуалы Bloodthorn и собрать... Понятно, короче, нужно вот эти ритуалы прерывать. Я ж тебе сказал, ты как капец, ты меня вообще не слушаешь никогда. И что делать? Ну вот бить? Я прервал. О! Destroy! Я что-то прервал? Я прервал, ну, что-то? Да, надо убивать этих вот чуваков. Видим. Но мне это ничего не дало. Видишь, у тебя тоже 0 из 6. Что-то не так. Да просто мы уже 5 час сидим, поэтому тупим. Да, это... Мне кажется, что все не понимают, что делать. Ну вот, допустим, у нас есть ритуал. На этом ритуале можно было бы что-то сделать, но я не знаю что. Вполне возможно, как-то нужно на кнопку R поставить этот квестовый предмет.
Ну, у меня вообще нет второго посоха. У тебя есть? У тебя в квестовых предметах. Давай спросим у людей, что делать. Это слишком скучно. Зайди в инвентарь. И там галочка, видишь, где стоит? Nope. Предпоследняя вкладка. Вот это? Да. Чё? Вот здесь у тебя посох. Но все, что ты можешь сделать, это уничтожить его правой кнопкой мыши. Экипировать ты его не можешь и вообще ничего не можешь. Yes. Засунуть куда-то в персонажа ты его тоже не можешь. Ох, как звучит. Так. Я читаю. Короче, это какая-то голубая вещь, которая рандомно выпадает или нет. Просто бей этих некромантов и что-нибудь дополнится. Или это писали про что-то другое. Так а зачем смысл? А у меня бывает. Хорошо. Нам нужны спроси свои. Спроси у игроков. What are you doing? Что они все делают? Смотри. Во, вот, есть один. Все дерутся. Вот, я его сломал. И что теперь? Так они заново появляются. Получаю золото. Я прервал один ритуал, но мне не засчитало. Почему-то похоже, что прибежали сюда игроки и все это сделали. А, во-во-во. Я собрал одну. Во, вон он летает, вон хватает ее. Кого? Вот эту штуку, вот это? Да. Как? Просто е. А? Вот тут еще одна появилась. Я уже две собрал. Я уже тоже две собрал. Хорошо. Причем это как-то странно. Ты, кстати, очень далеко от меня. У меня зомби тут. Капец, тут народу бегает, это просто вообще. Слушай, а зомби такие бешеные вообще. Из них еще как из этих какие-то осьминожьи щупальца торчат. Это эти как они. Тентакли. Тентакли. Красавчик. Ну, давай. Я больше не вижу никого. Эй! Я вообще на это ушла. Я какой-то посох нашел. Я вообще пошла по какой-то в эту сторону. Ай, за мной зомби бегут. Вот как страшно. Нормально. Я рун нашел. Так, окей. Зомби за кем-то гоняется. Руну, видишь, нашла? Да йота. Так, ну мы на самом деле из зоны действия вышли уже. Нужно да, возвращаться. Значит, зомби так бегают, слушай. Ага. Еда, мозги. Культистов не вижу. А вот вижу. Пойдем сюда, где я. Хорошо, вот она. У меня уже три. Не трогай, это мое. Четыре. Четыре собрал. Куда ты опять упетляла? Я тут кровавого ассасина нашла. Ну это некроманты местные. Довольно сильный зомби надо отметить. Хватай! Так. Ты там собрала? 4 из 6 тоже, я смотрю. 4, да. Вот здесь еще один есть, можно будет сделать. Вот. Угу. Все зомби работают. Так, и чё? Во, как он по тебе пробежал. Козёл. Знаете? Красиво ты его. Так, ну что там? А вон некромант, видишь, куда я смотрю? Ее, что-то получится. Так, о, летает. Где? Где? Да. Нет, вот еще одна летает. The staff is fully charged. Quickly, meet me. Все нормально. Теперь нужно встретиться с этой дамой. В ее... Накормить эту фигню, да? Ага. Вон она стоит. Как ты потерялся? Боже, что это было? Зомби за мной. А так бежит смешно. Че?
Ау! Ах ты, стерва! Куда пошла? Я копье кинул вообще-то. А. Стой. Все, отъехал. Я чувствую великую силу в этом посохе. Хорошо постаралась. Что ты с ним будешь делать? Короче, он тут все излечит, и вот это все будет очень хорошо. Нет, нам нужно убить трех квестовых монстров, которые находятся чуть подальше. Ну, давай пойдем. Ты видишь на карте, где они? Да. Я уже вижу. Туда побежали. Ох, там танцует кто-то, смотри. Видишь, на этом, на факеле. Да. Капец, такая садомия, трэш, угар идет реально. И типа вот тут кого-то чё? Надо убить. Чё я сделала? Я нажала юз. А, да, и сейчас он вылезет. Вылезет, да? Ну да, наверное, кто-то вылезет. Только я никого не вижу в этом. Кого вы пьете? Я никого не вижу, какое-то облако просто. Да-да-да, облако то же самое. Попасть? Какой? Господи. И все такие. А вот посох стоит. А, ну это я поставил. Ну и я поставил посох, ты че? По-моему, это очень быстро. Окей. Что-то сломано, может быть? Ну, наверное. Нет, ну, может, пошли и другой поищем? Ну, пойдем, посмотрим. Может, нужно просто поставлять их? Нет, не знаю вообще. Ну, как бы маркет-то по-прежнему там остался. Вон еще. Здесь не так много людей, хоть да, может, чуть-чуть понятно будет. Ну и набежала сразу. А, вот с нами стоит. Он респаунится время от времени, короче. Вот, ну, убили, тебя засчитала? Да. Ну, норм, значит, и у первого тоже так же дождаться надо, пока мало появится. Так, а сейчас пойдем на третий. Ну, пока там толпа пьет, пусть, да, пойдем на третий туда. Ты идешь со мной? Угу, я прям с тобой. Вот тут, походу. Вон, вон. Это зомбизи меня начинает бесить. Так, вон тут мелочь какая-то пузатая. Вот это что? А, ну тебя засчитали, все, он сдох. Кто меня бьет? Ты же игрок, как ты меня ударил? Так, мы побежали к первому. Зомби такой, мозги! На, получи свои мозги. А тут, по-моему, по-прежнему никого нет. Кого? А может, кстати, кого-то видит? Давай тоже помахаем. Может, что-то получится. Не знаю, тут никого нет. У всех сломалось, наверное, видишь? Ну, поэтому тут толпа народа, наверное, такая. Окей, парень все танцует. Ну что, подождем минуту. Как он это делает? Что хочешь танцевать? Мужик. А вон еще, смотри, стоит. Да-да-да, танцы идут просто дикие. Ну-ка, я посмотрю пока в контрас. Диалоги. Это не то. Так, что тут есть? Группа, скиллы, инвентарь. А как написать сообщение? Знаешь? Enter нажимаешь. Да? Угу. Если кто слышит щелканье клавиатуры, да, это моя старая клавиатура. Та самая. Я правильно написал? Ну, примерно, да. А нормально. Как? Не, нормально все написано. Я не вижу здесь, кто что бьет. Тут нечего бить. А вон что-то общается. Видимо, видишь, что-то сломалось. Рай, рай, кликинг. Что-то там пишут. Сейчас почитаем. Я смотри, мне ответили.
забагованный квест. Ну, понятно, короче. Я думаю, мы сюда попозже вернемся, сейчас пойдем отсюда. Ну и вообще на сегодня будем заканчивать. Мы уже довольно-таки долго, я думаю, играем. И, в принципе, добрались уже до новых земель. Мне здесь нравится больше, чем там как-то похоже на Elder Scrolls. Все, Даша пошла в социалку. Началась переписывать, научилась. Сенкс. Зомби, свали отсюда. Чёрт возьми. Так, ну короче, не знаю, что делать с этим. Квест мертвый. Вполне возможно, мы сюда попозже придем, и он будет работать. А пока что у нас, в принципе, еще хватает дел на этом острове. Ну, короче, неплохо повеселились. Мне понравилась эта локация здесь. Да. Людно, конечно, довольно. Очень людно. Но при этом. Тут вообще такая вакханалия происходит. Ну, тут вот вообще, это да. Круто. Смотри, там наверху стоит еще чувак на крыше. Выше, на крыше. Да. О, боже. Короче, вот такие дела. Увидимся в следующей серии. Возможно. Да. Возможно, это последнее. Мы сами пока не знаем. Да, мы еще не знаем. Да. Как бы там ни было, всем спасибо, что смотрели. Спасибо. Всем пока.